Здравствуйте, это канал Максимат. Здесь сегодня у нас снова выпуск на моды на игру «Кадосы соседа». Экстренный, потому что я вчера должен был, обещал снять мод через вселенные, обновление от Спайди, но забыл про это и снял другие моды. Извиняюсь тысячекратно за эту ошибку, и чтобы ее исправлять, я записываю прямо на следующий день выпуск по этому моду. Дело в том, что после этого на меня гигантский шквал критики пошел. Сразу несколько человек мне ВКонтакте писали: ты чё нарушаешь обещания, ты чё нарушаешь порядок, ты же сказал, что по порядку будешь снимать. Да, я так говорил, но так получилось, забыл, бывает. Более того, один из тех, кто писал, вообще недружелюбным тоном писал мне. Алексей Кузнецов, который думал, что я нарочно не стал его мод снимать, потому что я такой вредный и все такое. Нет, я реально, я просто взял и забыл. А он сказал: нет, ты не забыл, ты харканул ему в лицо. Алексей Кузнецов, еще раз со мной заговоришь, так я тебя в ЧС закину. Понял меня? Это невежливо совершенно, нельзя так. За такой тон можно было и в черный список засветить. Короче, сегодняшний мод будет как раз таки этот самый мод «Соседские миры», ну или «Через вселенные», как его еще можно называть. И это Windows XP, кстати, как вы можете заметить. Это самый настоящий Windows XP, я запускаю ее на VirtualBox. Я скачал себе VirtualBox. Программа, которая позволяет запускать на компьютере любую другую систему в виртуальном режиме. То есть компьютер в компьютере, можно сказать, виртуальный компьютер, который позволяет запускать любую систему, в данном случае Windows XP, и пользоваться ей как на настоящем компьютере. Что я, собственно, и буду делать. Я буду запускать этот мод на Windows XP и будем заодно и проверим, как работать, когда соседа на Windows XP. Запускаем мод. Нажимаем кнопку «Выполнить». Вот почему-то в таком вот странном кусок экрана, поэтому давайте приблизим. Вот так вот. Немножко с подлагиваниями будет, но надеюсь, будет нормально все. Вот так вот прогрузилось. Такая вот менюшка, давайте начнем новую игру. Так, это мод от Спайди, это мод через вселенные, и тут есть сюжет. Советую вам читать все, что пишут в подсказках, описаниях и о мыслях Вуди от той или иной вещи. Ютуберам советую снять полностью игру. Так, а это что за кнопка, что она делает? Неплохо, так неплохо, 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 неплохо. Ну и настроечки мы уже видим. Так, начать игру. Уровней нет ни названия, ни описания, зато есть количество пакостей, которые почему-то туда за рамку выходят. Ладно, давайте начнем с первого уровня. Кстати, этот мод я уже снимал, предыдущую версию. Одну из предыдущих. А чё оно? Сколько раз нажать надо? Вовсе нет. Мне реально хотелось снять этот мод, потому что он очень прикольный. Он реально классный. Даже с первого уровня он уже классно выглядит. Вовсе ни в коем случае это не так. Я ни в коем случае бы не стал не снимать нарочно. Просто взял и забыл. Я снял два мода, которые тоже уже давно мне прислали и которые давно ждут. Догонялки соседа. Чего у него тут? Клей.
А здесь тоже не будет описания, что ли? Давайте посмотрим. Я этот мод играл давно, поэтому могу... А, нет, описание есть. Особо опасный. Вселенная 3310. Как я понял, Ротвейлер очень опасный маньяк. Черт, куда меня занесло. Пока что он издевается над жертвой. Ладно. Может, щипцами туда надо? А, точно. Ух, ё-моё. А, я вспомнил. Телемадзе, телепортер. Телемадзе. Ну это офигительная отсылка на Максимадзе. Бежим. И давайте спасем его. Вот так тогда. Вот так-то нафиг. Зачем за... Так, ладно, давайте следующий уровень. Да, немножко подлагивает на XP, но тем не менее работает. Ну, подлагивает еще из-за того, что я как бы бандикамом сейчас записываю видео. Так, второй уровень. Вот его я уже не помню. По-моему, его не было в прошлой версии игры. Ну и да, кстати. Вот я говорил, что я на Windows XP. VirtualBox. Я туда скачал не только Windows XP, я еще скачал Windows Vista. Windows Vista, да, я понял, что, почему это действительно самая правильная система. Потому что она реально... Немного нестабильная. Она глючит часто. У меня пару раз она зависла, пока я ей пытался пользоваться. Пришлось перезагружать эту систему. Во-вторых, немножко небольшие трудности во время установки возникли самой винды. Но она но Windows 7 она довольно красивая. Она как Windows 7, но есть небольшие отличия. Может быть, как-нибудь мне даже стоит сделать видео про VirtualBox. Ну, там, например, показать, какие были игры на старых системах, какие игры были на Windows XP. Вон там. Там пинбол 3D был прикольный, например. Который я играл. Ну и всякие косынки там были. Вот, кстати, мне интересно, а где туалет у него? Туалетная бумага есть, а... Да, вот и я задаюсь этим вопросом, где туалет? Максимум, на что мы можем рассчитывать, что сосед будет срать в гончарные горшки. Каждый день в новый. Как в древние времена. Вот так холодильник. Дорогой. Может, клей на стол? Ну? А это что? Ну, у него динамит есть. Ну, нифига ж себе, блин. Ну-ка, давайте его... Вау! Бомбануло. Я анимацию, блин, не посмотрел, но ладно. Ссылка на этот мод точно будет в описании. Стопудово. Куда же без нее обязательно будет. Бомбануло. Если бы не мешок, я бы их даже не заметил. Прозрачные шарики. Ладно. Может быть, для нас это хорошо, что они прозрачные.
сразу это увидел просто. Мало места, сосед увидит грабли. А здесь тоже мало. Здесь тоже нет. А куда тогда? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я не успел. Мне кажется, вот это надо в вино. Вонючее молоко. Пахнет очень противно. Ну, похоже на то здесь. А, можно... тут пол сливается с граблями. Надо и туда их положить. Все, теперь все ясно. Теперь это точно ясно. Ой-ой. На кухню не ходишь, что ли? Больше. Ну да, похоже, надо на пол туда положить их. На видном месте. Лучше уж на кухне. Так на кухне все уже. Так на кухню он не пойдет больше. Мы опоздали, он больше не пойдет на кухню. Ну ладно, давайте подождем, вдруг сходит. Не, не пойдет. Мы провалили момент. Ладно, уж переигрывать не буду. А, проиграли. Ну ладно, кто знал, что... Я думал, надо на этот пол, потому что он сливается с цветом граблей. Было бы более логично, я бы сказал. Так, ну а этот уровень, я уже по картинке вижу, что он был. Вот такая комната точно была, я помню, была она. Сколько раз щелкнуть-то надо? Это из-за того, что XP или в моде такая фигня? Надеюсь, из-за того, что XP. Так, ну здесь ванна уже такая же, как в оригинале. Ну-ка, в кухню, в кухню, в кухню. Это он так ходит на цыпочках? Нифига ж себе. Вот это да. Уже не успею. Ну ладно. Зато успею вот это. Точно. А что, типа из мусорки ничего не взял? Погодите. Порох где был? На коробке. А, все. Он так появился. Я помню, что в той версии надо было порох туда, в коробочку эту.
Ну вот где взять его, вот забыл его. Как мне осталась последняя пакость, это скуление. Насчет граблей, конечно, и лоханулся я. Но кто знал, что надо было именно там проезжать грабли. Ну, если хотите, сами проверьте, ссылка на мод будет точно в описании. Давай, давай грузить быстрее, XP, блин. И последний уровень. Вот такой вот. Тоже, по-моему... Да, такого не было. Так, 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 так. Вот это вот, да, не было. Я такого не помню уровня. Не было, не было, не было. Тут что-то есть. Кран. И что нам это дает? Он услышит или нет? Ключ от окна. От этого что ли? Не знаю, что нам это дает, а это что? Ух ты, нифига, нифига! Вот это да! Ну, монетка туда. Да ладно, яйцо сюда надо, оказывается. Что? В окно? Нифига! А вот такое, когда достать соседа, мне нравится. Вот это как достать соседа стайл. Вот это мода стайл. Вот это я люблю такие задумки. Это прикольно, прикольно. Слабительное растворить в жидкости. Шуруповерт слабительное надо растворить в жидкости. Хорошо, я хорошо, я это запомню. Обязательно, когда на дачу приеду, попробую растворить шуруповерт в жидкости. Какой от этого эффект будет? Каша, как каша из топора, каша из шуруп. А у нас каша из шуруповерта будет. Так, это все, да? А, да, отлично. Что ж, вот так вот мы прошли этот мод. Мне он действительно понравился. Это классный мод. Вот это вот с окном, с кладовкой. Вот это вообще классные звуки. Гениально, чувак. Ты круто раз смог пройти на золото. Проект не заброшен и будет дополняться. Буду очень надеяться, что это так. Потому что подобные крутые моды все заброшены были. Некоторые вообще даже не вышли и были отменены. Ну, в общем, это классный мод. Я ему ставлю галочку. Обалдеть. Вот так задумки. Классное оформление. Классные задумки. Классный дизайн. И все такое. На сегодня все. С вас Илькос Подписоза. С меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой стримерский канал. Смотрите его ВКонтакте. Следующие моды я буду снимать все-таки на основной системе. Потому что на этой виртуалке немножко подлагивает. Ну и всем пока.